Союз журналистов учредил эту памятную дату еще в 1991 году. Тех, кому она посвящается, немало. Рискуя собственной жизнью, журналисты выполняли свой служебный долг и отдали ее ради того, чтобы люди узнавали правду. И мы, в свою очередь, не должны забывать героизм тех, кто был до конца верен своей профессии. Здесь очень важно, чтобы не прерывалась, вот как я сказал, связь времен, чтобы те молодые ребята, которые приходят вот, в фронтовую, в военную журналистику, чтобы они наследовали как-то опыт предыдущих журналистов, потому что, в общем-то, задача практически и тех, кто работает в мирных условиях, там, и тех, кто в полевых условиях работает, одна – донести до зрителя правду. То есть практически мы глаза и уши телезрителя, читателя газет, слушателя радио. Вот, поэтому, но эта правда иногда бывает очень горькой, иногда тяжелой, иногда смертельно опасной. В Доме печати почтили память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Собравшиеся зажгли свечи и вспомнили тех, кого уже нет с нами. Ольга Харламова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».